если бы я переживала по каждому разрыву, у меня давно был бы разрыв легких. Пусть дуры переживают. А у этой Линды, у нее же это везде цеплять не на что. У нее же сверхплоский экран. Samsung Electronics. У тебя через сколько самолет? Через 20 минут. Не успел. Я в шоке, Люля. Редко занялась билдоболингом, накачалась. Вот такие плечи и усы выросли. Люля, почему они нам все сигналят? Ой, я умру, мы задом едем. Пошел вон! А я его спрашиваю: Борисик, ты куда? Он говорит: я на скачке, представляешь? Я говорю: мерзавец, знаю я твои скачки. Звонила твоя кобыла, сказала: скачки отменяются. Подожди, я позову одной дуре. Hello? Подожди, мне кто-то звонит. Hello, сюсики, пусики. Пусики, сюсики. Угадай, откуда я звоню? Откуда? Представляешь, одной дуре муж подарил новую машину. Какой дуре? Ты ее не знаешь, куда я такая ключица ходячая, но машина чумовая. Мы сейчас едем от кутюр на пилинг. Я говорю: дура, везет, а мне нет, я позже перезвоню. Всем-всем, бай-бай. Всем-всем, бай-бай. Вот дура. Вот дрянь. Люля, почему мы остановились? Зеленый свет, нельзя ехать. А, ну да. Люля, я в шоке. Я сейчас смотрю телесериал про телепузиков. Там такие смешные, умные женские истории рассказывают. Она на морду маску нацепила, рассказывает, как мужа изменяла. Чемпионка по дзюдо. Ее пригласили в книгу рекордов Геббельса. Чемпионка по изменам. Нашли, кого приглашать. Да если бы я про себя рассказала, у них бы пленки не хватило. О, ура, красный. Ты что, урод, туфельку не видишь? Да-да-да-да. Hello? Да? Да, пусть я езжу твою машину, да? Ну так узнаю, да? Да, ее разбила. Да, ну не шестую, а всего пятую, да? Да, все, пусть не отвлекай меня, когда я за рулем, все, мурмял. Мяу! Сам чайник! А эта чемпионка, которая под дзюдо вот такие бедра, говорит: не могу забеременеть. Муж только на нее, она по привычке его приемом через себя с ущемлением. Я в шоке, пишет: зеленый гарантирует успех. Она себе построила комбидресс от кутюр. Модель называется «Не для робких». И ей увидела в салоне тату. Ой, смотри, смотри, свадьба, свадьба. Доли, 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 чтоб оделись, а бабули. Ездить научись! Что? На-на! На-на-на-на-на-на-на! Ух ты! Что ж такое синенький? Надо кушать меньше, баба. Баба, надо меньше кушать. Что у тебя такое? Опа! Едем дальше. У тебя через сколько самолет? А, через 3 минуты. Успеем. Вот тачка. 220 и не чувствуется. А у меня же свой бизнес в Канаде и собственная речка. Я была. А этот мой кабель потянулся за одной черной из джаза. Представляешь? Ой, ты бы ее видела. Мы у нее выпивали в воскресенье. Ой, я губы съела. Подержи. Она приходит такая, тут без все. Тут летний вариант все застегнутой ширинкой. И тату ретро не забуду мать родную. Экстравагант, говорю, я в шоке. У большой теннис она пошла. Лиля, с чем она туда пошла? Лучше бы она штангой заделась. Ой, идиоты. Не свисти, денег не будет. Баба, я тебе скажу, мент на дороге преступник. О, Люля, а что это за знак? Кучка земли и мужик с лопатой. А, это кладбище. А оказалось, это и был простой негр. Представляешь? Он говорит: я только потом понял. Я говорю: что, поменял ориентацию, кабель? А он говорит: ой, я виноват, извини. Люля, вау! А что, поезда сейчас по улицам ездят? Где? Вот впереди. Ты где купил права, придурок? Они же все похожи, они же все на одно лицо. Представляешь, одна ему из Испании звонит. Не-не-не, говорит, дрянь, я же слушаю. Говорит: ой, Борюсик, я сейчас на Карине, тут бык бегает, я тебя вспомнила. Люля, может быть, самолет поедет? Да, догоним. О, тачка, 410 и не чувствуется. Под крылом Мерседеса о чем-то поет зеленое море тайги. А он говорит: ну, вот, 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 вот,